женщина одну вещь. Она уже пожилая, останавливается машина, говорит, сын брать деньги с матери, молиться. А если останавливается русский, крещеный, то он говорит, это моя работа, деньги. А я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещеные водители. Даже когда ты в церковь приходит на Пасху там или еще что. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо когда я тебе еще в прачечную свожу и за квитки в магазин свожу. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Есть угодно Богу. И вот так интересно. То, что угодно Богу, современный мусульманин знает. Не знает. И кто же ближе к Богу? Этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещенным это все не нужно. Они и горячие, они и постоянные. Когда их праздник, ходить, потому что десятки стоят на коленях и молятся Богу. Столько православных. Только одни бабы.